Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам хочу показать, что мне мои друзья привезли. Вот, в первую очередь, вот такую кружку из Минска. В Минске я была так давно, я даже не помню, в 72-м, что ли, году. Вот теперь у меня есть. Это уже в моей коллекции 52-я кружка. Вот недавно мне прислала Светлана голландскую кружку. Я была просто счастлива. Теперь у меня есть белорусская кружка. Вот как ребенок, а, да? Вот. А потом, я вам не показывала, у меня еще коллекция ручек шариковых. Ой, я вам сейчас ее и покажу. Вот, столько у меня ручек. Я их тоже везла из разных стран. Вот, Норвегия, Санкт-Петербург. Это Финляндия, по-моему. Не помню. Я уже даже не помню. Адлер. Это магазин «Золотой» у нас в Мурманске. Так. Тоже Норвегия. Гостиница «Багратион». Это мы жили в прошлом году в Москве, когда Алину возили по врачам. Ну, это «Аэрофлот», «Миан», вот «Сокос» отель, это Финляндия. Это, у меня очень много из Финляндии ручек, вот очень много. Так, это «Школа». В общем, короче говоря, «С-маркет». Кто в Финляндию ездит, знает. Ой, а вот это «Роум-отель» в Рованиеме. Там хозяева русские. Это такое место замечательное. Если кто-то будете там, надо вам будет переночевать. Вот есть такой мотель. Там животные ходят, олени по территории, зайчики, кролики. В общем, ну просто такое место замечательное. Вот так что вот такая у меня коллекция. Чего тут только нету. Тоже Финляндия. Много очень у меня с Финляндии. Так. Так, это что? Мурманск. Это тоже Финляндия. Ну, в Финляндию столько ездили, поэтому... Кронштадт. Египет. В общем, тут перебирать долго. Мурманской таможне 85 лет. Вот, а теперь у меня еще и... Мариша мне привезла вот из Минска ручку. Так что бабушка, конечно... Одесса, переулок Хрустальный, отель «Морской». Вот. Так что вот такие у меня коллекции. Я еще собираю монеты. У меня очень много зарубежных монет уже, причем тех, которые уже не в ходу, потому что в Европе евро. Вот. Сочи. Олимпийские игры. Ну вот так. Банкноты собираю. Ну, в основном, вот, ручки так редко уже теперь мне как-то. Сейчас в основном кружки. Ну, и когда попадаются какие-то монетки, да. Ну, и у меня теперь 52 кружки.
Вот, последние просто меня покорили, конечно. Любашина кружка. Ну и Маришкина, да. Ну просто. Вот, у меня уже не хватает вот этой штуки, которую я сама, кстати, делала. Они уже у меня вот висят, видите, на балке. Просто чудо. Чудо. Вот, а кроме кружки, ручек, мне привезли еще вот такое богатство. Марина мне где-то нарыла браслет вот такой. Такой интересный. Можно попробовать бусы сделать, вставочки по бокам вот такие вот. Или вот такие. Так. Ну, это прям клипсы. Вот какие бусы черные с белым. Коба пришел, трется мне об ноги. Кабася, сейчас, милый, покормлю я тебя. Ну, тоже трубочки какие прикольные. Марин, у тебя тоже дома, да? По всяким коробочкам. Да. Где только не лежит, каких коробочек. За коробочки нужно это доставить. Вот что значит женщины запасливые. А, вот еще кварц. Ага. Кварц розовенький. Так что одна мне радость. Вот, а такую штучку мне привез Саша, Маринин сын. Кто видео смотрит, ихтиандр, который у нас все плавает постоянно. Вот, он был недавно на Сахалине. Привез мне вот такую. Это такая хендмейд, понятно, руками сделана. Это ракушка от гребешка. Сахалин. Вот он ездил, ему очень понравилось на Сахалине. Я вот там не была, в тех краях. Хотя всю жизнь мечтала в Тихом океане ноги хотя бы помыть. Вот, так что спасибо тебе, Сашенька. И в конце я вам хочу показать. Сделала я вот этот водопад. Вот, и хочу, девчонки, с вами посоветоваться. Вот. На что мне повесить? На цепочку, на такую. Или вот набрать бусин и сделать вот так вот. Вот как вы считаете? А то я прям что-то в сомнениях. Вот сама-то мне эта подвесочка очень нравится. Правда, ковырялась я с ней, блин. Ну, не весь день, но 2 дня вот я
просто. Это вот эти цепочечки мелкие. Их считать надо. И вот они с моим зрением-то это вот. Так что жду. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кому как больше нравится. Я посмотрю, что мне народ скажет. Ну, так или так. Жду, девочки. Прервалась я, вышла на улицу. Мои уехали все на пляж. Вот стала я показывать, да, что Марина мне кружку привезла. И прям что-то так растрогалась. И вот что хочу сказать, мои дорогие. Как хорошо, когда знаешь людей больше 40 лет. Просто вообще. Да, вот, не нужно ни притворяться, ни чего-то скрывать. Мы все друг про друга знаем с молоду. И они такие дорогие люди. И, конечно, знаешь и все плюсы, и минусы, и все. Но вот только за одну возможность с ними вот хотя бы иногда встречаться. Это вот так дорого, да бесценно просто. Прям даже что-то слов не найду. Хотела поговорить, а сама все внутри прям заклинило. Встречайтесь со старыми друзьями. Хоть какая возможность, если есть небольшая. Потому что вот вчера весь вечер разговаривали, как много уже нет наших друзей, знакомых. А ты даже не знаешь о том, что они уже ушли давно. Берегите друг друга. Любите.